Здравствуйте, меня зовут Бедоева Зарина Юрьевна. Я врач-стоматолог клиники Сатори. Сегодня на видео мы наглядно продемонстрируем вам все клинические этапы протезирования зубов под металлокерамические коронки, а также расскажем о всех нюансах, с которыми сталкивается начинающий врач-стоматолог в своей работе. Давайте начнем. Первый клинический этап, с чего начинается протезирование под металлокерамические коронки, это препарирование или обточка опорных зубов. Сначала обточка занимает у доктора достаточно много времени, но по мере накопления опыта данный этап проходит гораздо быстрее. Препарирование зубов является лечебной процедурой, имеющей решающее значение для сохранения жизнеспособности пульпы и защиты твердых тканей зуба. Качественное препарирование обеспечивает долговременный эстетический и функциональный результат лечения –